Всем привет! С вами мотосалон Бастион. Сегодня у нас в видеообзоре дорожный мотоцикл Yamaha Fighter 6S. Данный мотоцикл 2005 года выпуска. Данный пробег 28 тысяч. По техническому состоянию и внешнему виду мотоцикл в идеальном состоянии. Хочу рассказать, в мотоцикле очень удобная посадка. Высокий руль, хороший дорожный просвет. Из дополнительного в мотоцикле установлен комфорт фирмы Givi, итальянский. Затем оригинальные поворотники, оригинальные зеркала. Мотоцикл полностью в оригинале. Заводская покраска, необычная, причем двухцветная. Таких мотоциклов, наверное, редко на дороге можно увидеть в таком цвете. Потом хочу рассказать немного о расходниках. Диски тормозные, колодки, все в идеале. Процентов 20 износ колодок. Также задние колодки примерно 20% износа. Сальники, пыльники, все сухо, ничего не течет. И еще, смотрите, установлена защита пера, как бы от камней, от грязи. Хороший плюс. Затем есть центральная подножка, очень удобная для смазывания цепи и для зимнего хранения, чтобы мотоцикл был в подвешенном состоянии. Затем просторное сиденье, как для водителя, так и для пассажира. Допустим, если поехать куда-нибудь на дальние поездки, спина не устанет, в том числе и руки, за счет высокого руля. Затем, что есть еще аналогичная модель, бывает Yamaha Fighter 6N, он у нас тоже есть в салоне представлен. Но про этот мотоцикл я вам расскажу в следующем нашем видеообзоре. С вами был мотосалон Бастион. Приезжайте к нам, город Казань, Гвардейская 59. Всего доброго.